Дорогие друзья, всем привет! Это Clash Royale, ролик по Clash Royale. Если вы хотите сейчас, чтобы я снимал Clash Royale, пожалуйста, поставь сейчас палец вверх, нажми на колокольчик, вот. Но я его буду снимать только реально, если какие-то будут крутые события. И сегодня я зашел в игру, увидел, ну я еще вчера увидел, испытание, которым за 15 побед ты получаешь 6 легендарных карт. Сказали бы мне это полтора года назад, у меня бы был бы инфаркт. 6 легендарных карт за одно испытание. За одно испытание 6 легендарных карт. Ну, попробую пройти, чисто вспомнить. Ну, такая вот ностальгия, чисто вспомнить вот эти все испытания, попробовать. Естественно, я сейчас не буду все проходить на видео. Я сейчас сделаю, сколько получается, 8 побед, а вот 9, 10, 11, 12, вот, ну, короче, по 14 победу я буду записывать на видос. Вот, я хочу все легендарки выбить чисто по фану, по приколу. Ставьте лайк, подписывайтесь, я пошел сейчас проходить, как только я пройду до 8 победы, я подрубаю запись. Поехали! А данный видеоролик сделан при поддержке компании 1xbet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, у меня хорошая новость. У них там огромный ассортимент этого добра. У них большие коэффициенты, быстрые выплаты. В описании в закрепе ты найдешь самую полезную информацию, получай бонусы и удачи тебе. Ну что, друзья, вот я уже подобрался к 8 победе. У меня уже там за окном темно, но на самом деле я не все время это играл в рояль. У меня там еще другие планы были, плюс я еще ролик по Brawl Stars записывал. Вообще, я думал этот видос уже на завтра выложить, но на завтра другие у меня планы немножко, поэтому публикую этот ролик сегодня, хоть уже и поздно. Я знаю, что, возможно, из вас некоторые ждут уже стримчанский. Так вот, я напоминаю, я знаю, что ты забыл, что у меня стримы на другом канале. Ссылочку я оставляю в описании, прямо сейчас переходишь по ссылке в описании, и там уже должен идти стрим, поэтому давай, по ссылке в описании быстренько переходи, залетай ко мне на стрим, быстро. Поехали в бой, 6 легендарок подряд. Но я не сильно уверен, что я, конечно, их получу. Я думаю, вы заметили, что у меня 2 поражения. Давно не играл. Вот, и голем, это же мое все просто. Ну, если я проиграю с големом, то просто, ну, это все напрасно. Все эти 2 года, которые я играл, все напрасно. Ну, просто реально, ну, в последнее время я так долго играл големом, что я, ну, должен... А, ты что, колода вообще, и призрак, и бандитка, и 3 мушкетера. Реально, если проиграю сейчас с големом, то... Даже не знаю, придумайте сами, что я потом должен сделать. Но я не проиграю с големом, пацаны. Хотя я не буду так уверен, я давно не играл. Все может быть. А мне нечем контрить, пацаны, мне нечем контрить. Я, короче, хз, правда хз. Где, чем контрить, блядь, чем контрить, Чем контрить? Контрить-то чем? Я проиграл с големом. Фух, ебаный врат. У меня чуть сердце нахер не остановилось, блядь. Какого хуя мне не было пользовано в этот момент? Извините. Когда я матерюсь, это уже реально прям последняя стадия. Я всегда сдерживаю себя, всегда. Но когда меня уже вот-вот уже кипит уже крыша, то все. Я уже... Не, ну, блядь, реально бомбануло. Типа и кладбище, и куча мусора, а контрить, сука, нечем. Ну ты посмотри. Пользовано не было. Я думал, все, проиграл. Не, ну это драфт, тут как бы расчет на то, что какой цикл, какая колода. Вот это он зря, мне кажется. Мушкетер, ты хоть выживешь немножко, постреляешь. Молодец. Что-то много хп он мне снес. Что-то не тот голем, который я предполагал. Я думал, я сейчас вообще в одни ворота вынесу его. Ладно. Жесть. Ну сагритесь на голема, может, кто-нибудь. Отойдите от вышки, бляди. Минус ставер. Зашибись просто, зашибись. Это миньон, его нечем убивать. О боже. Походу ему нечем контить 3 мушкетов. Давайте попробуем. А, ну валькирия, да, я забыл. Ну хорошо, что она сагрила сейчас куда-нибудь, но не на 3 мушкетов. Слава богу. Еще у него сплэш, урон, темный принц. Хер знает. Закидываем все. Бля, я не понимаю, что происходит. Как жить, что делать вообще? Как вообще выиграть? Почему так? Все, я снес на 3 короны. Да не может быть. Господи. Да не играл в рояль. Очень долго. Блять, еще столько же играть не буду.
Почему так действует на нервы рояль? Первая лего, лава. Она мне максимально уровня. Я думаю, вы поняли, да, что мне, ну, типа, леги не особо не нужны, они мне фул. Это чисто вот ради вот воспоминаний, вот проверить, как я сейчас играю. Ну, блин, я хочу сыграть, типа, сейчас. Все. Я понимаю, что многие напишут, бля, не играй в эту помойку, я пишу себе. Или наоборот скажут, Холдик, наконец-то ты снял, наконец-то эта божественная игра у нас на экранах. Разные люди. Они напишут так, другие так, но неважно, как вы напишете. Я реально захотел сыграть в рояле, и ничего в этом криминального нету. Даже если рояль всем надоел. Я вот сейчас сыграю и опять не буду заходить месяца два. Фух, еле пережил прошлый поединок. И у меня снова голем. Эх, это судьба. Это судьба, черт возьми. Я успею кинуть? Успел. Так, окей, мы добили громоверса. Но теперь надо распидорасить, господи, я не знаю, ребят, ну правда хочется прям по-жесткому этот выпуск провести, потому что это же хардкор, это же Clash Royale. Тут только с матом, без мата невозможно записывать Clash Royale. Знаете, на Clash Royale надо мне отметку 18+, прям вот каждый ролик, дисклеймер 18+. Если это рояль, это бом-бом выпуск, все. Brawl Stars раз через раз. А ну, я еще шарю так делать. Хе-хе, шарю. Да. Вау, что это за такой смайлик? А у меня такой вот есть. Окей, голем с принцем и фризом. Интересно, да? Ладно, я забыл одну важную новость, что... Не, одну один важный момент, что голем от двойного эликсира вообще не ставят, да? Ну, а я поставил. Так. Ой, я что-то снежок, да, плохо кинул. А, похер. Так, все, окей. А зачем мне? На-ка мне ледяной голем тут. Ну ладно. 1700 здоровья на его вышке. Я жду двойного эликсира, и я буду просто делать что-то интересное. Приготовим отбивную с нашего соперника сейчас. Ну что ж, вот так. Он решил сменить сторону, или что такое? Или что он? Что он громоверса там, с актера тут? Он меня сейчас немножечко запутал. Не, он не пытался что-то придумать, он просто так выпустил, не знаю. Окей. Забрасываем гоблина с дротиком, с големом. Забрасываем принца. Хорошая варварская бочка. Прям лучше не придумать. Боже, я ему не завидую, если честно. Я ему, если честно, не завидую, потому что он сейчас это не выдержит все. Давай. А, ну да, сейчас второй мега... Принц вот этот пойдет. Или мега-рыцарь, как он там. Но у меня же есть фриз. А на него не хватает эликсира на него. Хорошо, 400 хп у меня осталось на вышке. Но у него кроме как... ой, ёптель. Так, стрелами он не добьет. В принципе, это победа. Правильно? Но он же не добьет? Да ну, вряд ли. Сейчас шахтер полетит. Стрелы... А, ну да, все, стрелы мало наносят урона. Фриз. Победа. Окей, вторая легендарочка мне в копилочку. Ух ты. Да я сам в шоке, честно. Я сам в шоке, я сам удивлен. Окей, вторая лего. 10 побед. Ага, хорошо. Поехали дальше. Я не буду переживать, если я не заберу все легендарки. Но хотелось бы. Ну, типа, хотелось бы, потому что, типа, ну... Как-то вот все-таки редкие выпуски, но должны же быть прям, ух, как какие прикольные. Ну или тащерские, да. Хотя, не знаю. Напишите, вы играете еще в Clash Royale? О, у меня Хограйдер с лавой. Я люблю драфт. Я всегда любил драфт, это самое лучшее испытание. Окей, неплохой, кстати, урон. Кстати, эти два поражения, серьезно, вот на полном серьезе говорю, тупо из-за того, что контра была. Так, блин, планшет греется, на зарядке у меня. Но если я вырублю зарядки, сейчас сядет планшет. Ладно, пока отрублю. Думаю, во время этой катки, точнее, во время следующих каток не вырубится. О, кстати, ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот этих товарищей я не знаю, что они делают. А, все, понял, они внесутся в твою стеночку, да, в твою башню, не реагируют на юнитов,
и взрываются. Как стенобои, да, в Clash of Clans. Так. Так. Мы, я так понял, не убьем гиг-скелета, поэтому надо саппорт. А, не, ведьма справляется, смотрите. Легко причем. Забрасываем гоблинскую бочку. Полетела. Лети, родная, лети. А, вот эта штука на баране бьет юнитов, и при этом... Ага, я реально... Что-то туплю... А, еще фризит она. Я реально не помню, как новые юниты работают. Вот честное слово. Я вот ее выбил, прошел испытание с ней, до сих пор не знаю, как она работает. Серьезно. Точнее, я забываю. Я помню, что там она, типа, там вот этим бумерангом бьет кого-то, а сам баран несется в вышку. Но я так не придал этому значения, что уже забыл. Серьезно. Поэтому я и удивился. Блин, капец, вы бы знали, какой горячий у меня сейчас планшет. Видимо, горячая катка, да? Так, ну это все сейчас минус будет, да? А, у меня есть шанс это фаерболом законтрить? Ну, почти. Окей, 65 хп, я же добью, правильно? Так. Ну, давайте лучник. Лучник и копейщики. Ай-яй-яй, еще не добил. Да, блин. Ну, я добью фаером, все, я фаер буду держать на этот случай. Так, все, пошел Хограйдер. Ай, блин, ну что ж такое? Ладно, закидываем фаербол сюда. Блин, мы вышку не добили. Слушайте, я еще не уверен, что я выиграю, правда. Немножечко нервничать начинаю. Блять, пацаны, я проиграл? Я проиграл? Сколько у нас? Ёпта, я проиграл. Хер знает. Я проиграл. А я думал, у меня все под контролем. А, продолжить за 100 гемов. Хорошая замануха. Но я не буду продолжать в этом выпуске. Смотрите, если этот ролик... Вот смотрите, 10 побед, 100 гемов. Вот эта десятка, она есть. Она есть, и она в моем подсознании. Она в вашем подсознании. Если вы хотите, чтобы я продолжил это испытание, 10к лайков. Набираете? Просто правда, только лайки смотивируют. Наберем 10к лайков, я его закончу и продолжу. А на сегодня все. Хватит с меня, мне надо отдохнуть. Не, на самом деле прикольно поиграть, но не в драфт. Если бы своими колодами, еще бы интересно было. А драфт, ну правда, ну типа кому я сейчас проиграл, давайте посмотрим. Челику, у которого 4200 рекорд. Ладно, в этом сезоне, так 4900. Да, 4900? Да, 4900. Ну, типа, не знаю. Ладно, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь и быстренько на стрим мой, ссылка в описании. Всем пока.